Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их, кто дальнее село. Мальчиков без усых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино и старый мал, кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Друг с экрана сын взглянул на мать, мать узнала сына тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи бой, прикрыть его с собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить, просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино, все ждала вот-вот, сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее.